Сбил, Мишка. Ну что, Дениска снял троих. Мы как неучи промазали, но было, конечно, далековато, высоковато. Но попробовать стоило. Засылаем собаку. Засылаем собачку. Сейчас собачка будет работать, будем показывать, как работает наш дорогой друг. А что ты его аж оттуда отослал? А что, пошел гусь? Вперед! Пошел гусь туда? Гусь туда. По воде или как? На воде, на воде. Я перебегу ту сторону. Держи ствол. Возьми с собой добиватель, что? Я уже допил, блядь, там одного еще. Третьего пол. А где Мишка? Я даже не вижу его. Миша! Мишка, вперед! Вперед! Молодец, молодец, песик, молодец. Молодец. Послушный, послушный. Как паровоз шурует. Вот сбили еще одного гуся. О, Дениска сбил третьего. Сейчас будут направлять собаку. Покажу, как собачка работает. Вот Денис там стоит с собакой. Направь его оттуда! Сейчас собаку будут направлять. Помучай, помучай! Мишка заработал сеньора в этом году, то есть это уже высшая степень собак, которая может быть среди здесь собак в Канаде. Ну и вот он ее, медаль взял. И слепых 85-100 метров, то есть по направлению влево-вправо. Так что Мишаня сейчас ищет. Он не знает, где гусь лежит. А я знаю. Вперед! Смотрит. Вперед! Денис показывает. Взять, Миша, взять! Ай, умница! Молодец! Молодец, гусика! Молодец, гусика! Браво, браво, браво! Браво, Мишка! Трактор. 4 на 4. Трактор. Молодец, умница, Мишка. Умница. Молодняк этого года вижу. Да? Поздравляю, поздравляю. Был красавец. Миша, ко мне неси. Это этого года, да, вижу? Да, вроде молодняк. Молодняк. Миша, ко мне. Но все равно приятно. С открытием. Открытие, с открыколом. Да пожму тебе лапу. А, вы не пройдете сюда. Сюда, в принципе, можешь пройти. У тебя. А, у тебя маленькие боты.
Умница собачка. Да и хозяин тоже не глупыш, раз воспитал такого малыша. Собака возбужденная. Первый выпуск сезона. Да. Ура, отпусти. Назад. Ну что, Мишка, ты сегодня уже снял 3 гусика, вытащил. Да, и ты тоже вытащил? Да. Нет, ты подбил просто. Миша, а Миша трудился. Да. Короче, идем сейчас еще на одно новенькое место. Вы уже видели. Пара, нет, 6-7 штук полетело, да? Сейчас? Да, гусей. Ну, хороший гусей. Да, где-то 6-7 штук. Мы идем на Однечные озера. Посмотрим, что. Разрешает брать только одного гуся. Утяру не разрешает гуся только. Мы будем брать только гуся. Будем смотреть, может что-то едет на этих озерах. Пустое. Я не думаю, что он это пустое, на пустышку сядет. Идем туда, как в прошлый раз. Посередине сядет. Либо туда, либо на ту дальнюю. Ну, посередине, чтобы сориентироваться изначально. Да, конечно. Ох, закат какой идет. А гусь на поле мы видели. Вон стайка. От Они солнца сидят, сидят да. Мы бы пошли так не в наглую. Ну ладно, пойдем в наглую. Вон, смотри, сколько его. Ух ты. Одна семейка. Угу. Посреди поля. Видишь, на зеленке сидят. А больше кушать нечего. А больше жрать нечего. Болею я. Болеешь? Да. И зачем? Простудился. На кухню кушать нечего. Хорошо. Будем снимать потом. Покажем, что на эфире интересно. Подходим и прямо возле берега. Куча утки. Прямо возле берега. Фух, пошли. О, смотри, под выстрел, черочки. А смотри, что здесь творится. Мишка! Миша, подожди, подожди. А смотри, еще тут. Вот это вот бекасики, видишь? Вот они, смотри. Прямо в ногах. Прямо в ногах. Вот так вот интересно. Идем на охоту. Мишка, ну что ты, где они? Где утка, Миша? Где утка? А там, смотри, что творится. Сколько ути падает. Я тебе говорю, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто страшно подумать. Смотри, 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 утяка прям над головой. Фу, Миша, где черок. Ты? Миша, ух ты, черок. Смотри, коричневая голова. Это этот-то. Черок-пердунок. Да, это бекас. А это бекас. Да ты чё? Вот бекасик, да? Чё? Вот бекасик. Слушай, я бы не отказался взять. А ты знаешь, какие они вкусные? Я поэтому говорю. А я не знаю, если куликов разрешают бить. Денис вообще не русский, я не знаю, кто такой кулик. Кулик? Но кулик, когда его это особенно... Это горлица, что ли, кулик? Нет, кулик это вот и есть, бекасик. Это вот такие болотные... Не, вальшнеп, это другое. Смотри, там еще какие-то кулики сидят. Они вот болотные, собак... Я думаю, что там еще будет дальше. Слушай, а возле этого камыша, мне кажется, там гусяра сидит. Просто шеи вытащены. Даже если мы пойдем, то он нас все равно увидит. А куликов, смотри, 4 штучки. Ах, красиво. Ну, мы в надежде. Там, в принципе, болото. Там будет много утки. А гусика подождем здесь, наверное, на дамбе. Посмотрим, куда он потянется. Посередине, да, вот эту, на берегу. Да, потому что там еще, видишь, там где-то домик, еще одно озеро. Неизвестно, куда он пойдет. Мы уже будем действовать по ходу. Что? Кто там? Птичка, Миша. Увидел. Пошлёшь его? Ну, где птичка? Где Мишка птичка? А, 4 кулика сидят. Красота. Благодать. Сейчас, может быть, здесь где-то еще. Смотри, на том озере тоже. Они все туда перелетели, смотри. Видишь? Че, вот тут в камышах рассадимся? Можно, можно. Ветер оттуда, в принципе, он может заходить вот так. Отсюда, да? Да, видишь, куда гнет. Можем. Утя. Пошла. Под выстрелом, с подхода. Хорошая утка была. Че, Мишка?
Что с этими хозяевами? Стреляет никто с нами. Смотри, да? Какие. Они перелетают, не боятся. Сдерживаются. Вот они. Ух, сколько их там. Как на мавзолей пришли. В санаторий. Смотри, сколько там на воде есть. Видишь? Ой, красота, сафари летят. Черки. Это черкезы. Смотри, сколько подняло черкезы. Нельзя нам. Через сколько дней разрешают тут утяру? Через две недели. Вон она. Утка вся пошла. Растет пока. А, еще две недели должна расти, смотри, малыши. Че, проверим болото, может, пока походу там. Так, это интересно. Да, вон чё? На болото она полетала. Пусть, ты думаешь, что туда не пойдем? Пусть нет, она открытую воду себе. Давай здесь останусь. Белый вопрос. Холодно. Идем прямо под берег. Смотри. Идем. Рековая. Мишка, утка. Ах ты. Три уточки пошли. Чего? Я вот тут, камыш вышел, остался. Если я что-то, я пойду к камышу. Да, ты же не знаешь, я Мишка поднял. Тут ругается. Да, Миша, вот такие вот они. Утка, что ты не взял ее? А, Мишка? Я тогда подойду с той стороны. Если, в принципе, пойдут... Да, оставайся здесь, Ген. Ты думаешь, здесь будем? Оставайся здесь со мной. Мы, если что, мы с вами вдвоем уйдем туда. Не парься, давай здесь останемся. Он может заходить, понимаешь, а непонятно откуда. Так мы сразу перейдем. На место, Миша. На нас. Прямо сюда идем. Ох, недолет. Далековато. Еще идет сзади. Я же тебе говорю, там надо было. Эти идут. Есть? Есть. Миша, взять. Ха-ха-ха! Вот она! А там, смотри, поднялась сколько. Вот, бля, сейчас от Миши будут гонять. Ну, мы его присядем. Давай. Присядь. Давай. Вот берем эти. Огонь. Обойди с той стороны, он его все равно погонит. Я, если что, я перейду на ту сторону. Далеко не уйдет. Искать. Снимаешь? Да. Миша, взять его. Он сейчас затрахается. Молодняк этого года. Теряет, смотри. Ага. Ну ничего, для Мишки будет нормально. А ты снимал хотя бы? Я снимаю, да. Искать. Искать. Взять, Мишка. Блин, далеко. Я... Он сейчас устанет, ты что думаешь? Я пойду с той стороны. Смотри, сколько ути. Вот тебе твоя четверка, блядь. Не понимаешь? Нет? А расстояние какое? Нормальное расстояние, подранок, ебаный. Сейчас 2 часа будем его тратить.
Мишка! Это он так прячется. Нет, не стреляй. Он должен дойти до берега. Гусь. Не надо, нет, я вот сделаю. Гусь! Остап, пускай Миша порезвится. Он бы сел бы ниже, если бы не ты. Миша, иди ко мне. Миша, ко мне иди. Оставь его, пускай. Я обойду с той стороны и шарахну его. А? Я обойду с той стороны и шарахну. Да. Закатик, какие облака красивые, а? Для чего мы сюда приезжаем, а? Денис Камана. Да, где-то слышно его. На поле. Смотри, справа, наверх.
Да? Высота как белый. Черный, черный. Первая стайка прошла. Уже позитив. Уже позитив, уже. Где же он ночует? Надо его выследить, парни. Опа, еще. Еще кричит, ты знаешь? Идет парочка сюда. На место, Миша. На нас. Недолет. Далековато. Еще идет сзади. Я же тебе говорю, там надо было. Эти идут. Есть? Есть. Миша, взять! Ха-ха-ха! Вот она! А там, смотри, поднялась сколько. Вот, блядь, сейчас от Миши будут гонять. Мы его присядем. Давай. Вот берем эти. Огонь. Че, попробуем, пытка не пытка. Обойди с той стороны, он его все равно погонит. Я, если что, я перейду на ту сторону. Далеко не уйдет. Искать. Снимаешь? Да. Миша, взять его. Он сейчас затрахается. Молодняк этого года. Теряет, смотри. Ага. Ну ничего, для Мишки будет нормально. А ты снимал хотя бы? Я снимаю, да. Искать. Искать. Взять, Мишка. Блин, далеко. Он сейчас устанет, ты что думаешь?
Я пойду с той стороны. Смотри, сколько ути. Вот тебе твоя четверка, блядь, ты понимаешь? Ты? А расстояние какое? Нормальное расстояние, подранок, ёбаный. Сейчас 2 часа будем его тратить. Миша! Налево! Налево! Мишка! Это он так прячется. Нет, не стреляй. Он должен идти до берега. Гусь. Не надо, нет, я вот сделаю. Гусь! Остап, пускай Миша порезвится. Мог бы сел бы ниже, если бы не ты. Миша, иди ко мне. Миша, ко мне иди. Оставь его, пускай. Я обойду с той стороны и шарахну его. А? Я обойду с той стороны и шарахну. Да.
Мы ушли, я туда прямо гусь посадили. Искать, Мишка! Искать! Искать! Вперёд! Искать! Отойди! Молодец, Мишка! Спасибо! А ты видел, прямо там посадили одного? Пошли, я пойду с этой стороны. Взяли еще одного, четвертого. Вот так.